Не, неожиданный интерактив, друзья. Я никому ничего не обещал. Брита сейчас подойдет, я вам обещаю это 100%. Меня просили провести с вами маленький мастер-класс. Вы готовы? Друзья, какой вам больше трек, который я исполнил, понравился? Молния, давайте сейчас докажем, что мы в серпах и умеем круто и вживую петь. Попробуем? Давайте начнем с песни «Молния», я так понимаю. Поэтому с чего начнем, с куплета или с припева? С припева? Поехали! Пою я, поете вы. Готовы? 3, 4. Это ты, это я. Между нами молния. С электрическим разрядом 220. Вы! Это ты, это я. Между нами молния. С электрическим разрядом 220. Так, стоп, друзья, это было очень-очень круто, но кажется, мы с вами немножко рассадились. Давайте начнем с левой стороны. Готовы? Это ты, это я. Между нами молния. С электрическим разрядом 220 вольт. Вы! Это ты, это я. Между нами молния. Да! Супер, друзья! Теперь эта сторона. Готовы? Это ты, это я. Между нами молния. С электрическим разрядом 220 вольт. Это ты, это я. Между нами молния. Супер, друзья, и еще раз все вместе. Я думаю, мастер-класс у нас проходит очень-очень хорошо. Я всегда знал, что Серпухов самый поющий город. Повторим это еще раз. Я и все вместе, мы поехали. Это ты, это я. Между нами молния. С электрическим разрядом 220 вольт. Это вы, это я. Между нами молния. С электрическим разрядом 220 вольт. Готовы? 3, 4. Это ты, это я. Между нами молния. С электрическим разрядом 220 вольт. Еще! Это ты, это я. Между нами молния. С электрическим разрядом 220 вольт. Вау, друзья, вы самые крутые! А мы готовы продолжать. Ну что же, поблагодарим!